Валеркой едем на рыбалку. Куда? Мать, ну это традиция, ей уже 10 лет. То, что вы один раз 10 лет назад ездили на рыбалку, не делает это традицией. Так, ты мне тут не это. Лучше скажи, где мои удочки? Лучше ты мне скажи, они у тебя вообще были? Что-то я не помню, чтобы в прошлый раз ты привозил рыбу. Мать, ты такая нудная, что даже рыба не ловится, знаешь, что ей потом к тебе ехать. Куда вы хоть едете? К Валерке на дачу. И где у него дача? Да там от магазина третий дом. То, что ты знаешь, где там магазин, меня не удивляет. Дача-то где? Да недалеко от города, но место закачаешься. Лес, банька, красота. А пруд или озеро далеко? Мать, ну вот ты как ляпнешь. Офига нам озеро, зима на дворе. Че мы, купаться что ли полезем? Хотя мы можем. А рыбу вы где ловить собрались? А, да, есть там озеро. О, там такое озеро озеристое. Прям рыба аж сама выпрыгивает. Понятно. Ну что ты за человек? Нет, вы действительно всей семьей выбраться за город, свозить детей в лес, попарить в баньке. Да я бы вам с Валеркой сама бы налила. Че, правда? Ну че, я тогда в магазин? Давай, и рыбки купи. Че-то захотелось. Света, ты куда-то собираешься? Да, гулять. А с кем? Не твое сопливое дело. Да? А я смотрю, ты джинсы новые надела, губы красишь. Уж не с мальчиком ли ты идешь гулять? Не лезь не в свое дело, мелочь. Мам! Блин, да не ори ты. Че, правда с мальчиком? Да, но только маме скажу, что с подругами. А то сейчас начнется. А че за мальчик, а где вы познакомились, а как он учится? Ладно, я не скажу ничего маме. Но мое молчание не бесплатно. Че ты хочешь? Твой телефон, твой планшет и два. Нет, три, нет, 4 киндер-сюрприза. И на меньше я не соглашусь. 2 киндера и по рукам. Идет. Мама, ты же знаешь, что Света гулять ушла? Конечно, знаю. И главное, не подумай, она правда с подругами гуляет? Ну да, я знаю. Не с мальчиком каким-нибудь, а с подругами. Угу. Но если ты там вдруг подумала, что она с мальчиком, то это неправда. Погоди, мать, что-то тут дело нечисто. А чего это ты про мальчика все говоришь? Чтобы ты не подумала, что она с мальчиком. А она с мальчиком, что ли? Блин, надо было 5 киндеров просить. Нет, она с подругами, не с мальчиком. Мам, я дома. Свет, ты что, с мальчиком гуляла? Я ничего не говорила, они сами догадались. Эй, дочь, я с тобой в разведку не пошел. Я ничего не говорила, они сами догадались. Здравствуйте, мистер Кот. Да, ты мне тут не это. Что ты орешь? Надо заходить. Хочешь сниматься? Давай сниматься. У нас актер хочет сниматься. Все, кот. Все, я помню. Спасибо, вам приятно видеть. Ладно, я не скажу ничего маме, но мое молчание не бесплатно. Твое тоже, да? Вот именно сейчас нам очень надо в этот шкаф. Даже не знаю, с каким котиком мне сниматься. Этим или вот с этим. Ну, очень недовольное лицо. Я буду с собой не сниматься. Котик, пожалуйста, вот буквально вот 5 минуточек помолчи. Что-то тут дело нечисто. Слезай, цель достигнута. С тобой в разведку не пошел. А, господи. А, ты только не ругайся сразу. Я никогда так не делаю. Короче, я хочу сделать татуировку. Да ты с ума что ли сошла? Какая татуировка? Тебе учиться надо, а ты о фигне всякой думаешь. Ну да, ты никогда так не делаешь. Поумничай мне еще. Отец. Да мне все равно, что ты будешь готовить. Главное побыстрее пожрать. Да я не про это. Знаешь, что наша красавица удумала? Татуировку сделать. Дочь, ну для этого сначала отсидеть надо. Отец. А, я тебе нужен как плохой полицейский? Дочь, никаких татуировок. Все, я пошел. Тебе вообще все равно, что ли? Мать, у меня в холодильнике лежит пивко, и сейчас начнется футбол. Да, это аргумент. Ты отца слышала? Никаких татуировок. Ну, мам, блин, это моя жизнь, я сама хочу решать. Так, что тут за нытье? Я сказал, никаких наколок. Их одни дебилы носят, а потом наших забивают. Что, уже 1-0? Да только начали, а этот испанец на колках уже нам закатал. Что, Свет, татуировку хочешь? Я их уже 1000 раз делала. Приводилки из жвачки не считаются. Я все сказал, моя дочь не будет выглядеть как зэк. Еще купола на спине на колени. Ну что, поделиться переводилками? Всем привет, я Вика Лакшери, мне 22 года. Здравствуйте, Тамара Жопкина, 30 лет. Я инстаграм-модель, блогер, публичная личность и певица. Я ни хрена не делаю и часто бываю в караоке. Я очень люблю путешествовать. Я очень люблю отдыхать за чужой счет. Я поняла, что не права, но признавать это не буду. Я считаю, что у девушки должна быть естественная красота, без пластики и коррекции. Я накачала и нарастила все, что можно, но вру, что это от природы. У меня есть молодой человек. У меня есть Виктор Павлович, 54 года. Все, что было в прошлом, остается в прошлом. Я уже со счета сбилась, сколько мужиков у меня было. Я не кушаю ничего, кроме фитнес-салатиков и йогурта. Когда никто не видит, я жру Макдак как не в себя. Между прочим, меня нелегко добиться. Я считаю, что мужчина обязан обеспечивать девушку и дарить дорогие подарки. Я нахлебница и содержанка. Я девушка-сюрприз. Я с прицепом. Сильный мужчина превращает мое «нет» в «да». Если я говорю «нет», значит, надо заплатить побольше. Хорошо, зай. Хорошо, как там тебе?
Овца. Дура. 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 Овца. Ах, это я овца, это ты овца. Это длится уже 2 часа. Кто-нибудь, пристрелите меня. Слушай, а Света-то у нас уже совсем взрослая. В смысле? Она в сад еще ходит. Да что ж ты за отец такой? Света — это старшая. Нарожала девок, а мне в них разбирайся. Так, я что хочу сказать? Надо со Светой поговорить об этом. О чем? Ну, об этом. Ну, о чем об этом? Мне с тобой, что ли, сначала надо об этом поговорить? Мать, у меня от тебя уже башка болит. Налей пивка. Да послушай, Света уже почти взрослая. И пора с ней поговорить об этом. Не-не, я на это не подписывался. Ты рано ей еще. Ей скоро 16. Ее окружают и 16, и 17-летние парни. Ты о чем в этом возрасте думал? О том же, о чем и сейчас. Налей мне пивка. А еще? Дочь, иди сюда. Кто пап? Чтоб никаких пацанов рядом с тобой я даже не видел. Чтобы каждый сопляк обходил тебя в радиусе 10 метров. Из чего удумали? Все, я ухожу. И пивка даже не налили. Мам, что это было? Понимаешь, мы с папой хотели обсудить с тобой одну деликатную тему. Про секс, что ли? Я уже все знаю, я умею гуглить. Даже интересно. Кому из нас было бы более неловко во время этого разговора? Папе. Света, что ты там так долго? Если опять ярко накрасишься, я все равно заставлю все смыть. Блин, мам, девушка должна ухаживать за собой. Не смей трогать мой крем. Ну мне же не нужны морщины. Какие морщины? Тебе 15. Мне не всегда будет 15. Однажды мне стукнет 20. И даже страшно подумать. 30. Зубы мне не заговаривай. Я сказала, крем не трогай. Он 5000 стоит. Ладно, не буду. Я не хочу чистить зубы. Тогда они у тебя все выпадут. А я всем скажу, что это мой стиль. Глупости не говори. А сейчас все так делают. Любые недостатки выпячивают и называют своим стилем. Так, все, хватит пререкаться. Давай умывайся. А я не хочу умываться. И причесываться не хочу. Это не жизнь, это концлагерь. Ну вообще на себя времени не осталось. Ладно, хоть кремчиком помажусь. Света! Я, как всегда, хорош. Все, мам, я пошла гулять. А где вы будете? А я этих девочек знаю. А мальчики с вами будут? А как вы одни без мальчиков? Подожди, а что тогда за мальчики? Напиши мне, как сядете в автобус. Напиши мне, когда едешь. А сколько ты будешь гулять? А когда ты будешь дома? Напиши, как поедешь домой. Мать, ну что ты как наседка? Можно подумать, мы без этих ваших телефонов плохо жили. Думаешь, я матери каждый час сообщал, где я нахожусь? Да. Или думаешь, если я решил со двора в соседний двор пойти, я матери оттуда звонил? Да. Или думаешь, когда мы с пацанами на стройке кудро жевали и шифер в костер кидали, я матери видео присылал? Да. Чего, шифер в костер? Прикольно, а что будет? Или вот у дяди Сережи из гаража спирт. Ладно, неважно. Но выросли нормальным человеком без этих ваших мобилок. Да? Ну тогда не надо мне в следующий раз над ухом мыть. А где Света? А уже поздно. А позвони ей. Да что ты за мать такая? Уже 9, пусть сейчас же будет дома. Ладно, дочь, ты матери-то звони. Ты ж знаешь, она у нас чеканутая.